Привет, друзья, с вами Турбан и Марик. Всем привет! И мы продолжаем прохождение Мафии, первой Мафии, ремастеринг первой Мафии. Ребятушки, блин, обалденная игра, вообще кайфуем. Надеюсь, вам тоже нравится. Поехали, ребятки, поехали. Поехали. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Мореллы есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелло намекнул ему, что гибель Санкагелотти – наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Полли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тут-то бене. Си, грация. Дон Сальери. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Си, покажи это, си. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Буона фортуна, роганцы. Томми. Томми Анджело. Печи ради... дико на щерке. Meraviglioso. Per favore. Нормалек. Итальянский не понимаю. Я тоже немножко не понял. Ну как? Наполовину. Parli in antichia di siciliano. О, капу, дурись, убьян. Эх, я не говорю по-итальянски. Эффетто. Как так? Ты итальянец, не говоришь по-итальянски. Апосто. Hai capito, убьяну? Да, босс мне сказал. Окей, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. A cacciaforti sta a rire un guaccio nu primo piano. Tu rammi un'antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. E da cacciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Здається мені, ночка буде довга. Для нас обоих. Мінгя. Ну, мне кажется, этот типочек-то вернется домой, скорее всего. Давай теперь я скажу. Наверное. Делай то же, что и я. Постарайся не попасться. Си. И держи рот на замке. Форте. Си. Фачо. Я. Реабрири кашафорте. Абрире кассафорте. О, бог ты мой. Ладно. Радио. Послушаем радио. Эффетто. Радио это неплохо. Да, мне кажется, он вернется домой, и он ему это видел, сказал, что не убивай его. Если убьем, будет нехорошо. А нам надо по столу проходить или как? Нет, там никого не будет, нам надо будет просто... Сказала, охрана будет. А, будет охрана? Да. Я пропустил. Я не хочу по стелсу. Тебе больше мяса нравится, да? Я по столу не умею. Я не мастер. Я лучше так, мясо. Ну
бы пикает ставим на эту машину. Далеко нам еще. Да нормально едь, наслаждайся видами. Шикарные здесь виды. А вольта штуба ищи. Миравигиоза. Согласен со мной тоже. Ну да. Ну я бы не сказал, что шикарный, но нормульный. Ecco. Ce la siamo gioco. Так, понятно. Passato un muro. Un giardino. Что? То faccio vedere. Так, потихонечку надо пробираться, да? Лабиринтом. Лабиринтом. Побудь здесь, я разберусь с охраной. Ага, снимай его. Надеюсь, он тут один? Нет, трое. Опа, это я еще возьму. Один. Стрельба написана, привлечет внимание. Вот ты вольнешь. Я возьму его. А, возьмешь? А, что там, у него, что у него было? Дробовик. А. Я не умею по стелсу проходить вообще. Что это за такие значки? Лабиринт, лабиринт, смотри. Опа, опа, еще один. Аккуратненько давай. Снимай. Поспи, дружок. У него что, ноль патронов? Понятно. Так, лабиринт есть лабиринт, охранник надо искать себе выход. Вот, посмотри, да? Что? Налево можешь пройти. Куда? Направо, ну вот, посмотри, лабиринт выходит там, да-да, нормалды. Понял карту, видишь? Да. Изи, катка. Никого нету? Вроде никого нет. Проходим. Тут тоже пусто, о, мы нашли выход. Отлично. Вот здесь главное дальше. Тихонько, мне кажется, аккуратнее надо быть. Как мне их остался всех убить? Да, если да не надо тебе, тебе. А, вот устранить. Да, еще надо устранить одного охранника. Что ты взял? Ну вот, видишь, а, устранить, да. Это задание такое. Было сначала проберитесь. Типа. Оп! Оп, оп, уходим. Уходим. Так, так, дружочек. Наблюдай за ним, подожди, подожди. Так, аккуратненько. Сейчас он куда-нибудь... Опа, еще сколько один. Сколько их тут, кстати? Человек 7-10. Я, наверное, туда пробегу. Не, нет, надо устранить, значит, надо устранить, Марёк. Что-то так. Идет. Ага. Куда завернул? Подожди, палево, палево какое-то. А тот завернул, да, да. Куда идет? То есть, да поднимись немножечко, не видно, куда он пошел. Когда уже будет выходной? Так. Тот там стоит, стой, там тот еще стоит тоже. Угу. Хорошая мелодия. Я думаю, это последние охранники. Ну, а что ты здесь встал-то? Иди отсюда, бродяга. У тебя своя территория есть. Иди отсюда, говоришь. Вот так. Будь того хлопнуть. Того может и хлопнуть, а этого... Сможешь этого хлопнуть аккуратно, нет? Оп, оп. Это откуда? Откуда это? Не понял. Марилка, уходить надо, наверное. За он тебя видит, заметил. Ты видишь, тебя видит слева. Откуда? Ну, там, значит, есть кто-то. Что ты? Понял. Тебя вообще запалили жестко. Вот жестко он. Запалили, уходи. Ну что ж поделать. Будешь мясо устраивать? Лабиринте кто-то есть, кроме нас! Придется убивать? Вы сами напросились. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, а где он был? Он не отмечался даже, да? Не заметили его. Пассату умору. Уже... лабиринт. Побудь здесь. Я разберусь с охраной. Первый пошел. Минус один.
А может, с той стороны пойдем теперь в лабиринте? С правой, может? Вот, кстати, хорошая идея. Я какая? Попробую пойти с этой стороны. Правда, вот... Кто? Вот там охранник. Так, он сюда смотрит. Как к нему подойти? Да он сейчас отвернется. Хотя нет, ты можешь... Обойди, нет, там смотри, налево пошел, направо пошел. Кого-то нашел. Не-не-нет, не здесь, нет. Там же обойти можно по лабиринту. Вот, да-да. Подожди, так. Да-да, ты как раз зайдешь ему со спины сейчас. Наверное, еще кто-то есть. Да пока нету, давай, снимай того. Смотри, главное, чтобы он не повернулся. Ты не должен. Да куда ты пошел? Давай, 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 давай. Так, так. Все, само то, нормально. Заборчик его положи, отдыхай. Нормально. Минус два. Минус два из пяти, наверное. Или больше. Ну, пять, наверное, это где-то в лабиринте, а ближе к дому там будут еще. Вот здесь можешь перелезть. Парь, мне кажется, ты здесь можешь рискованно перелезть. Рискованно. Да не боись. Не боись, говорит. Да какой? Уходи, уходи, раз запалили. Так уйди сразу, уйди. Да все уже запалили. Да не обязательно, не обязательно. Уходи по лабиринту дальше. Вот. Посмотрим, может, не запалили еще. Сейчас может успокоиться. Ну давайте, ну хватит, ребят, ну что? Не? Надо было с глушаком пушку какую-нибудь. Это какой? 30-й год, какие глушаки? Ты думаешь, не было глушаков там? Нет. Да успокойся. Во Второй мировой их не было. Да ты успокойся, что ты придумываешь-то? Были они. Ладно, были, но тут не было. Не верю. Хотя. Все? Нет? Блин, да нет, красная. Ну елки-палки, давайте успокойтесь. А ребята, ты говорил, проходи. Я ж не виноват, что ты не заметил его. Вообще-то я вообще-то заметил. Я вообще-то предупреждал, что там может быть кто-то будет. Да не волнуйся. Нет, он тебя заметил на лестнице, когда ты подниматься начал. Никогда через куст перепрыгнул. Да? Так я пошел наверх, потому что вот слева стрелочка была. Там тот тоже видел меня. Блин, ну что, вы долго тут будете? Все уже, успокойтесь, ребят. Может, дальше пробираться попробовать? Что пострелять не дадут. Ну а что тут сидеть? Какой стелс? Либо да, либо нет. Ага, зачем ты обратно-то идешь, я не пойму. Да, карты видишь? А, окей. Давай, вон охранник один. Не вижу. А, или статуя какая-то. Ну, это-то статуя. А, окей. Давай, тебя видят. Походу. А, но они там вдвоем стоят. Нашему взломщику-то тоже надо пройти, да, поэтому... Мне надо всех убить. Да. Почему нельзя стрелять, не понимаю. Ну потому что, мать, какая стрельба? Ну у них там вдвоем стоят, прочее. Я не могу. Сейчас они разойдутся. А там тебе, их еще штук 4. Тебе даже под таким палевом можно их убивать. Где, вот он, да? А вот он прячется же. Около фонтана, видел, слева? Нет. Вот он. И че мне? Так тебе надо вальнуть его, подползай к фонтану. Когда он повернется на кухню, тебе надо просто его бесшумно вальнуть. Да не боись. А мы же туда достали. Да не боись его, не боись. Подходи к фонтану. Жди момент, когда он будет смотреть на кусты. Ну или ты просто можешь подскочить и вырубить его. Главное бесшумно. Стоп. Вот, давай.
не мог его бешено. Главное, чтобы не стрелял. Все, отлично. Опа, опа, опа. Готово. Атакуем! Да главное не дать стрельнуть ему. Давай, давай, кошмариво. Так, так. О, не обязательно стрелять будет. Ну, стелса может быть и не относительный. Должен был относительный быть. Так, так. Ну, все, сейчас найдет. Марика, его надо догонять сзади, мне кажется. Он сейчас увидит бродягу мертвого. Так он подойдет сюда поиграть. Нет, не пойдет он. Все, он пошел развернуться. Давай со спины заходи. Давай. Ну что, шляпа? Вот так, все. Так, а там еще двое или что? Настя. Будешь брать Настя? Понадобится. Настя. Смотри, на как всякий мало. Случай. Вот. Так. Хотя, да, согласен. Согласен. Вон там, смотри, там записка какая-то еще лежит, во-первых. А это вот красная метка на карте, да? Это вот челики. Нет, красная метка это... Что это? Не знаю что, но это не человек. Давай зачитанем, что там лежит. Нет, мы не сможем, нас сейчас спалят. Да не бойся ты. Спалят так спалят. Так я ничего, я не хочу это проходить. Да ладно ты. Это журнальчик, да? Ну ладно. Ну журнальчик, да, ну ладно. Я думаю, вот читать надо. Не любишь читать? Я не хочу, чтобы нас спалили. Кто там? Статуя или человек? А, я вот не знаю, где они остались. Тебе надо теперь идти, Марь, обратно, наверное, в лабиринт. По-моему, там кто-то оставался. Конечно, должны остаться были. Один или два, мне кажется, еще должны были остаться. Внимательно смотри только. Нет. А подожди, а может они не в лабиринте нет. уже? Может они около дома остались там? Я всех перебил, я не Но знаю. Ну по идее да, у тебя слева-слева, ну-ка глянь. Вон. Оказывается на карте. Так, окей. А вот он, давай. Да не палевно. Нормально. Последний, я надеюсь. Ну, сейчас посмотрим. Вроде это были последние. Сальваторе, ты где там? Тут чисто. Доми и Акуи. Где ты тут, Сальваторе? А там кто еще? Сальваторе был у забора. Вот там на выход иди, да. А, ну или здесь можно, да. Что это за метка? Сейчас, погоди. Можно приблизить? Не знаю. А вот. Перс. Ладно. Где был он? Ну, куда он уже убежал-то? А, ну вот сейчас направо. Лабиринт непонятный. Да все он понятный, только непонятный. А вот, да, здесь. Где забор был? А вон. Он там и сидит. Забор где сломан? Там и Сальваторе. Наверное. Вот и лежал. Я и говорю, ну там вот. Ну вот забор сломан. А вот не понял. Ну, на метку на ту может идти, я не знаю. А, наверное, это... Наверное, есть Сальваторе. Да. Я думал, это враг. Черт, куда он делся? А вон он. Сейчас собаки. Нехорошо. Достал меня этот парень. Ты творишь, эй. Действительно. Рушишь нам всю эту операцию. Сейчас палево будет. А вот. Так иди сюда, ты что там стоишь-то? Давай быстрей. Жалко, что он только взломщик, а не военный. Что? Пойдите в особняк ПКУЛЭ. Сейчас там кто-то есть внутри. Так ты давай поаккуратней все-таки. Не у себя дома. И что ты за медвежатник? Нам открывать придется. Да почему я-то? А выбить дверь? Нормально. Ну хвачу. Хорошая операция. Ну хвачу. Да Винчи, Караваджо. У Кабиш.
Картина? Хочешь сказать, сейф за картиной? Си, си. Ясно. Я тебя понял. Good to know. Надо в других комнатах посмотреть. Тут никого нету, наверное, да? Ну, наверное, да. Так, пропагандистская листовка. Америка устоит перед искушением, не позволит отменить сухой закон. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ра-та-ра-та-ра. Смотри, вон там еще. Че? Ух ты, опа, нифига себе. Это я возьму. Отдай ружье. Ты журнальчик не посмотрел даже. Нет, тут просто стена. Газета 1 июля 1933 года. Убит главарь мафии в городе Empire Bet. Жуткие фотографии ужасной смерти короля преступного мира, известной мафиози Томмазо Моретти, погиб в четверг вечером на пороге своего дома в Empire Bet, подорвавшись в заминированном автомобиле. Нет сомнений, что бомбу заложили его конкуренты по преступной деятельности. Жители Empire Bet надеются, что смерть Моретти положит конец разгулу насилия, охватившего город в последние месяцы. Горевать о покойном будут немногие. Вот так вот. Что там еще? Журнал. Давай. Детектив. Этаж, наверное, там. Опа, так, а сейф прокурорчика найти, да? Опа, вот эти палево! Ничего себе, она музыку что ли слушает? Не слышит. А почему придет... она розовая на карте? Может и... Ладно. Давай ее попробуем придушить немножко, может. Я мирных не убиваю. Так ты не убивать, а так чисто, чтобы отдохнула. Ну ты так не носись по дому. Ой, Марек, ты все громишь. Варвар. Ничего. Так вот картина же, куда ты побежал? Где? А, ну да. Там, наверное, нету. Это не точно. Так. Ну, давай, давай. Шикарно. Опа, что? Что такое-то? Блин, а вдруг там наоборот будет, не? Кто это такие вообще? Может, пофиг вообще на нас? Давай попробуем. Да давай, может, не будем пробовать, Марек. Я не думаю, что надо пробовать. Картину ищи, ищи картину. Вот-вот можно зайти. Аптечка, там... это мне не нравится. Это подозрительно. Не мешайся, усатый. Так. Может, тут... Вот стой, вон ты убежал, стой. Да тут не будет. Так вполне себе может быть и будет. Почему это не будет? Я же сказал. Проверить-то надо, вот ну-ка. Так. Окей. Ну это где-то... Так по логике обычно где-нибудь в кабинетах каких-нибудь там, да? Хотя по-нормальному лучше спрятать. Что это? Это что сейчас было? Давай вместе держаться, а? Ты боишься, что ли? У меня хоть оружие есть, но призраки-то против него бессильны. Точнее, я, но против призраков. Да, все понятно, Марек во что-то переиграл, походу. Так, ничего нет, да? Кто кричит там? Нет. Что он там делает-то? Может, наоборот, здесь есть? Нас спалили. Ну, пошли, это кабинет надо искать скорее какой-то, наверное. Скорее. В кабинете в каком-нибудь.
Следы, а, это наши, видимо, следы. Натоптали. Пришли с сада. Может, ну-ка, ну, попробуй, есть. Ну, навряд ли. Сейф будет на улице, я не думаю. Ну, я тоже сомневаюсь. Только два этажа, больше картин я не вижу. Ну, значит, мы какое-то крыло просто пропустили с тобой, Марек. Есть только два варианта. А, где уборщица убиралась, кстати, в этой комнате. Возможно, это и был кабинет. Я думаю. А где она убиралась, я забыл. Я уж тоже запутался. Она розовым на карте светится. Не тут? Не знаю. Да нет, вроде нет. Мы ж тут были. А вот мы здесь сюда не ходили. А вот кабинет, кстати говоря. Похоже на то. И вот картина. Ой-то. Он, наверное. Все, готово дело. Логика. Браво. Спуз, а? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Я же говорил, он вернется. Быстрее, Сальваторе. Пожалуйста. Ноль дель Гранде. Давай, быстрее. Ноль дель Гранде? Не знаю, что ж сказал. Давай, слушай. Где твоя скиллуха? Так и я могу. Акуна Матата. Уже не важно. Скорее надо убираться отсюда. Взяли, что надо? Вроде да. Пойди, ядро. Думаю, они наверху. Сейф в его кабинете. Эй. Ну, его нельзя, их можно. Не, ну да. Да. Марина, с поточком идет, это хорошо. Радует. И только давай опять как терминатор, не иди. Я же робот-полицейский. Зомби за терминатор. Сейчас я их всех разбомблю там. Минус. Давай, чтобы палева не было. А почему она так и светится этим розовым, да? Аптечка где-то была. Ха-ха, тебе ж не нужна аптечка, зачем тебе? Знаешь, терминатор. Это какой-то слишком живучий. Чую. Вот, другое дело. Аптечка, да, не понадобится. Я думаю. Ты думаешь? Держись! Я разберусь! Уходим. А, ну этих-то надо перевалить. Давай. Это изи. Вот и что ты завис-то, дружище. Ох, нифига себе. Полиция. Ой, мама, дорогая. Нет, это может взорваться. Пометочки, уходим. Пометочки, Марек, пометочки. Покиньте особняк, быстрее. Машину, наверное. Да зачем метка у тебя стоит? Пометки, беги, да и все. Пометки, так надо полицию за нами охотиться. Какая уйди метка? Уйди из особняка. Что ты? Сейчас с полицией будем биться. Как-то я заезжу его. Он так медленно бегает. Что теперь делать? Моя не знаю. Надо было взять... Уезжайте отсюда. Вон, бери тачку любую какую-нибудь. Беги. Сальтора, беги. Оружие ты что не убрал? Не обстреливаться надо. Придется. Все, уезжаем. Сажай меня, Лишберри! Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Полиция? А может, и не заметили. Просто надо вот, видишь, в зеленую зону уехать и быть его. Ой, водила. Что-то быстро. Куда тебя довести? Оказа. Да. Где дом? Шеста и Мабуль. Хорошо, едем. Честь. А, я.
Марь, ты едешь по встречке. Что у тебя за привычка ехать по встречке? Не запрещено законом. Полиции на это пофиг. Да, конечно. Только на скорость. Минус права сразу. Ну, в смысле, очень. Мы на деле, нельзя но привлекать внимание. На мафиошников это не действует, да. Нельзя привлекать внимание, что? Да я в заворот ухожу. Не, нормально, изи карточка. Ну да, изи. Изи карточка. Ну что, Марь, ну вот я тебе говорю. Ты, вот там полицейский, не можешь спокойно ехать? Иду спокойно. Тебе зачем лишние проблемы? Отключай ограничитель, погнали. О, моцик, на моцике я тоже покатался. Так, полицейский, хорошо, ох, хорошо, все, едьте дальше. Вам туда, а нам туда. Едем, да, к нему домой, потом к Салье. А прокурора мы даже и не увидели, да, по-моему? Нет, по-моему, если мы его не убили, случайно. Нет, мы не могли его убить. Могли, конечно, наверное. Не стали этого делать. И мы его и не видели. Том, дай я тебе одну cosa. О nostro prossimo travaglio ci penso io a cacciaforte, capisти? Capi picca un cimurì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'antichia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un mecano. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un affare mai più, eh? Mai più. Ладно, ладно. Хорошо, я понял. Ребят, кто итальянский знает, можете оставить в комментариях, что он сказал вообще. Proud to say we keep up with the times. That means we have the most extensive range of radio receivers available anywhere. Ой, опять это радио, она опять тысячи вырубает. Вот догодила. Да. Ду-ду-ду. Нормально, нет, хорошо отработали, в принципе, уже привыкли уже к преступлениям, к убийствам. Ну, это обыденное дело, что. Мафиозника, да. Рутинная работа. Бонанот. Пока. Глава пройдена. Отлично, ребятушки. Да, визит к толстосумам. Глава пройдена. Ссылочка на плейлист в описании. Не забываем про лайкосики, подписочки, колокольчики. Ну а пока, ребятки, пока. Пока.